И, наконец, мы поставили в нашем центре акустическую систему Meyer Sound, и это стало базовой, вернее, уже последним толчком к тому, чтобы все-таки организовать на базе нашего центра клуб любителей хорошей музыки. И сегодня была презентация этого клуба, и сегодня я пригласил из Германии группу Disco Dix. Теперь центр Игоря Сандера оснащен системами Meyer Sound, и у музыкантов, у российских, у московских есть возможность на таком звуке порепетировать. Надеюсь, это начало очень большой, длинной, серьезной, красивой музыкальной истории. Ждем вас каждый месяц. Приходите, будем слушать музыку в лучшем ее качестве.